Северском районе ситуация с брошенными и бездомными животными плачевна. На улицах большое количество кошек и собак. Часто они попадают под машины, становятся жертвой жестокого обращения, умирают от голода и болезней. Большинству людей безразлична судьба брошенных братьев наших меньших. Однако в Северском районе есть и люди с большими и добрыми сердцами. В апреле этого года инициативные граждане муниципалитета создали фонд помощи бездомным животным с красноречивым названием «Право на жизнь». Хоть фонд и молодой, но планы у его учредителей большие. Фонд открылся совсем недавно. Сразу хочу оговориться, это не приют. Фонд преследует цели, да, конечная цель – это создание приюта. Но сейчас это будет помощь волонтерам, это проведение выставок бездомных животных, это стерилизация животных, помощь стерилизации, помощь людям, у которых тоже большое количество животных, даже которые не являются волонтерами, ну а также пристрой, лечение вот таких вот бездомышей. Ну, в общем, это вот основная наша задача на сегодняшний момент. Также фонд «Право на жизнь» будет следить за тем, как обращаются с домашними животными в семьях. Если к животным будут плохо относиться, то вместе с правоохранительными органами его совершенно законно могут изъять у владельцев. Помогут каждому зверьку, будь то кошка, собака или даже хомячок. Участники фонда имеют большой опыт ухода за бездомными животными. В надежных руках этих добрых людей они получают лечение, кров и еду, а также такую необходимую любовь и ласку. Право на жизнь может дать каждый из нас. Для этого достаточно пожертвовать любую сумму на расчетный счет фонда. Каждая копейка пойдет на помощь бездомным животным.